Ликвидируют очередность. До конца 2014 года Министерство образования региона планирует закрыть очереди в детские сады в 38 районах Саратовской области. Такие показатели будут достигнуты за счет субсидирования дошкольного образования из федеральной казны. Так, на строительство и капитальный ремонт детских садов в нашей области уже выделен первый денежный транш в размере 300 миллионов рублей. До конца года будет переведен и второй транш – около 750 тысяч рублей. Еще почти 340 тысяч рублей выделено из региональной казны. В результате этого финансирования планируют ввести в эксплуатацию 36 детских садов – почти на 3 тысячи мест. Главное, чего мы должны достигнуть в результате увеличения охвата дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет – это охват увеличить до 90%. В настоящее время он составляет 83%. Очередность будет сокращена до 2968 детей.